Сотрудники госавтоинспекции совместно с инспекторами ПДН проводят профилактические мероприятия по обеспечению безопасности несовершеннолетних. Подробнее в сюжете Марии Раскатовой. Сойди с велосипеда, сними капюшон, убери телефон, возьми ребенка за руку. Такие предупреждающие надписи нанесли на асфальт инспекторы перед пешеходным переходом. Ну, для этого специально есть такие световозвращатели. Хорошо, смотрите, без них водители вас увидят в 50 метрах, с ними от 150 метров до 200. То есть, чем больше, тем они быстрее смогут среагировать, правильно? Поэтому сейчас каникулы, я знаю, что вы будете гулять по вечерам, только не до самого поздна. Есть комендантский час у нас. Смотрите, поэтому, чтобы водители вас видели даже во дворах, я хочу вам дать световозвращатель. Юный участник дорожного движения. Такое профилактическое мероприятие провели сотрудники полиции с детьми и подростками. О правилах безопасного перехода проезжей части и передвижения в жилых зонах. Хотим обратить ваше внимание, перед тем, как выпустить ребенка на улицу, либо подходя к проезжей части, проговорите с ним ряд мероприятий, связанных с правилами дорожного движения. Подойдя, покажите ребенку, как нужно переходить проезжую часть. То есть посмотреть налево-направо, убедиться, что все транспортные средства остановились. Хороших вам каникул, летнего настроения и удачи во всем. Участникам мероприятия сотрудники полиции вручили подарочные памятки по безопасности и светоотражатели. Родители и маленькие горожане должны быть в безопасности. Мария Раскатова, Данил Запивалов, Новоуральская вещательная компания.